Здравствуйте. Проводим электромонтажные работы в городе Москва, Москва-Сити, точнее, если сказать. Вот это у нас красивые высотки. Парни собирают простые коробки. И... Салют! Так что, если что, обращайтесь. Это щит квартирный. Открываем. У нас стоит главный автомат. Потом на каждую фазу поставили автоматы с номиналом 63 ампер. Каждый автомат отвечает за определенную фазу. То есть на первую фазу стоит реле напряжение, на второй фазе и на третьей фазе. Так, допустим, если мы хотим отключить фазу одну, отключаем, у нас отключается реле напряжения. Включаем, реле напряжения думает, проверяет соответствующее напряжение, заданное нами, вот показал, вот, минимальный у нас диапазон 190, а высший порог, верхний порог точнее, 240. То есть в диапазоне этого напряжения будет работать реле напряжения. Так, далее у нас идет, после реле напряжения, у нас идет диф-автомат, тоже номиналом 63 ампер, который отвечает дальше за работу потребителей и следующего за ним автоматов. И далее, вторая фаза, третья фаза, то же самое повторяется. Угу. Так, ну со щитом все понятно, идем дальше. Это у нас получается... два выключателя, один одноклавишный, второй двухклавишный, который отвечает за ванну. Первый у нас включает точечный свет в ванну, включает, выключает. А второй получается у нас включает P-образную LED-подсветку, а второй у нас получается включает уже вытяжку, да. Вот. Так, еще, ну что, еще здесь... у нас есть здесь два проходных выключателя. Два проходных. Угу. Фиксируем. Первый у нас получается включает спальню, над спальней, LED-образный. Посередине LED, да, LED-подсветка будет. Вот, включается. Вот, выключается. Угу. Так, ну проходная система здесь работает, я понял. И теперь давайте посмотрим... У нас тут две проходные системы. Угу. И бра, да, получается? Да, бра. Проходных выключателей у нас получается два. Один проходной управляет люстрой, да? Да. Да. А второй у нас LED-освещение. Одна планка находится с левой стороны, кроватки будет находиться, а другая с правой стороны. Угу. Еще тут, соответственно, будет висеть бра. Угу. И стоит соответственно. Включается, выключается. Далее у нас идет санузел совмещенный с жужжом. Получается тут три клавиши. Первая клавиша у нас стоит, то есть отвечает на лампочку при входе. Угу. А вторая клавиша включает точечный свет. А третий выключатель – это управление вытяжкой. Вот, реверсивное движение двигателя. Включаем кнопочный пост. Так, пуск.
включаем в обратную сторону. Пуск. Включаем. Сними провода.